всем привет! У нас новое приключение, мы едем на сплав. Добрались до первой ночевки. Ехали мы часов 5 в сторону Комсомольска. Получается, Ванинский район. Свернули на трассу на Ванино. Разбили лагерь. Поставили палатки. Мы сварили... Сейчас я вам покажу. Мы сварили пельмешки. Красота на костре. Все равно вот 5 часов дороги, ты приезжаешь и такой сонный, такой вообще уставший. Поэтому сейчас мы поедим из патанки. А завтра будет веселье. Вода ледяная прям. Смотрите, какая прозрачная, какая чистая. На завтрак яичница. Да? Красота. Очень немножко представлю вам нашего организатора. Попов Александр Станиславович. Занимаюсь этим с 84 года сплавами. Вот. Ну, прошел Саяны, сибирские речки, Амардабан, на Саянах Китой, Снежную. Вот. Ну, здесь у нас в Хабаровском крае, на Дальнем Востоке, в принципе, все речки, которые более-менее имеют какой-то интерес, представляют спортивный. Вот. И где-то лет 10 вожу суда на Гобеле. 2 года назад вот мы открыли эту поляну, эти артикулиреку. Очень хорошая речка в спортивном плане для проведения соревнований. В прошлом году здесь проводили краевые соревнования первый раз. Вот. Все снаряжение, всю провизию, все он берет на себя. Вот, с нас только присутствие и отличное настроение. Знакомьтесь, это главный участник нашего похода. Граф. Красавчик. На спуск? Нет. Ну, брось, значит, отойди. Вот такой, там камень там. Я держу чуть-чуть, сейчас поднимай, Жень. Граф, не лезь. Не лезь, говорю. Ну все! Перебить там, когда надо. Лодочка, плыви! Я буду командовать! Значит, или вперед, или назад. Значит, смотрите, если мы летим в расческу, и слово так выставляем, ага, чтобы защитить лицо. Ага. Такая тишина, шум реки, спокойствие. Красота какая. Woo!
Вы уже проверили. Ниже, под скалой. Не скала, а справа. Обалдеть! Справа у нас лес, слева скалы. Все, первая река пройдена. Ну, можете нас поздравить. А чем? Веслом бьют? Да, загибайся. А что ты смеешься? По жопе дадут. А, кстати, забыл сказать, это была река... Гобели. Гоби. Гобели. 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 Да, Гобели. А еще мы сегодня поедем на Артикули. На Артикули. Пока, ребят, все свежо, хочу немножко поделиться с вами своими эмоциями. Я вообще первый раз участвовал в такой вот авантюре, сплавлялся по реке. Это прям очень-очень круто. Блин, кто не пробовал, обязательно вот себе пунктик прям ставьте. Попробовать раз в жизни сплавиться на рафте. И причем, чтобы это было прям вот как у нас, то есть с палаткой, с ночевочкой, с этим потрясающим ночным небом. Вчера ночью мы приехали же уже по темну, разбили лагерь. Просто голову наверх поднимаю, а здесь вот начиная вот от горизонта в другую сторону, заканчивая вот этими холмами, просто потрясающее небо, ни одного облачка, все созвездия вообще. Мы просто вот все такие поймали тишину, подняли голову вверх и наслаждались этим. Это так красиво, я не знаю, такое чувство, что ты можешь поднять руку и достать звезду руками. Это вообще такая красота. Сам сплав, это настолько прикольно, что ты участвуешь в этом всем. То есть ты не просто как пассажир какой-то, ты сел, типа тебя привезли, увезли, а ты сам участвуешь, у тебя есть весло, у тебя есть определенная какая-то обязанность, то есть ты там должен рулить, там по команде гребсти, то есть ты участвуешь во всем этом событии, и это очень круто. Ты получаешь просто колоссальные эмоции, тебя окатывает водой. Вообще, эти пороги, как мы проходили. Правда, сейчас, ну, у нас был такой лайтовый первый сплав. И порогов было всего парочку, и то небольших. Вот. А сейчас мы еще поедем на реку Артикули, и там уже будет немножко посерьезнее. Там река гораздо быстрее, сплав будет менее продолжительный по времени, но зато более такой эмоциональный и более серьезный.